плохая новость. Муха слегка приболел, но ничего, он скоро выздоровеет, поэтому пока влог буду вести я. Итак, мы начинаем нашу тренировку. Move slow. Колечки. На ноги ты не встал, нормально было. Ой, да ладно, криво у него. Тухан ты просто. Расслабился не вовремя. Итак, сейчас я вам покажу наши лечащие процедуры. Валентин тут у нас лежит с такими вот ножками. Это называется пресс-терапия. То есть такие вот штанишки, они надуваются. За счет этого циркуляция крови становится лучше с помощью такого вот аппаратика. Ну что, дорогие друзья, сейчас я вам хочу показать комплекс на пресс, чтобы у вас животик был немного подтянутый. Но чтобы при этом скинуть немножко килограмм, надо одеть на себя термобелье. Эй, Данилка, что у тебя за флаг? Что за страна? Так, друзья, конкурс. Кто угадает, с какой страны этот флаг, какую страну он обозначает, тому скину 100 рублей на карту. Вот это ты раскошелился. Жалко, такого флага нет. Итак, друзья, первое задание. Ложимся на спину. И у вас поясница должна быть полностью прижата к полу. Руки вытянуты, иначе первое задание. Работаем мы по 20 секунд, отдыхаем по 10. Итак, 10 заданий. Следующее задание у нас называется ножницы. Отдыхаем 10 секунд. Снова за работу. Итак, а в этом задании самое главное, чтобы лопатки не ложились на пол.
сильно похожи. Так лопатки кладем на пол. Но руки у нас будут не за головой, а стараться, так сказать, просто погладить коленочки. Следующее задание. В этом упражнении ноги должны быть ровно, неподвижны, и руками тянуться как можно выше. Так же лопатки не класть на пол. Следующее упражнение называется велосипед. Итак, начнем. Также дыхание 10 секунд. И следующее задание будет немного смешное, но очень сложное. Вам надо будет тянуться руками, как будто есть что-то взять наверху, как будто там кто-то висит, но при этом надо тянуться. Жесть, я уже устал. После этого делаем вот так. Желательно обозначать каждую лодочку где-то по секунде, по две. Следующее задание называется у нас складки. Делаем 20 штук. Складки сделали, отдыхаем также 10 секунд. И финальное задание — это волочка. 30 секунд. 30 секунд. Но пока мы вместе с вами держим лодочку, я хотел вас кое о чем спросить. Мы очень стараемся сделать наши ролики как можно интереснее, без всякой воды, но нам кажется, что одна и та же музыка играет слишком долго, и порой это бывает очень надоедливо. Как вы считаете, стоит ли нам что-то поменять в музыкальной части видео, или же оставить так, как есть? Ваши ответы пишите в комментариях под этим видео. Устал, мальчик. И после таких вот упражнений на следующий день у вас просто может отвалиться пресс. Чтобы этого исключить, даже не исключить, а просто смягчить. И вам нужно в конце этой подкачки обязательно его растянуть. Можно растягивать таким вот образом. Еще раз повторяю, нужно делать 20 секунд работы, то есть 20 секунд на упражнение, и 10 секунд отдыхаем. Всего 10 упражнений в одном комплексе. Все это подряд. Да, все нужно сделать по остановке и желательно с секундомером, потому что так будет намного вам легче. Соблюдать порядок не обязательно, который показал вам я. Мы можем делать в разнобой, самое главное, чтобы у вас лодочка была в конце, чтобы она была у вас именно 30 секунд. Можете также сделать их в домашних условиях, потому что, в принципе, много места этого не занимает. Но у нас уже время... Опа-на. Уже полдевятого. Тренировки у нас уже все закончились, нам надо идти отдыхать, кушать. Зал пустой просто. И спать. Что, дорогие друзья, вот выпуск заканчивается. Ставим лайки, оцениваем выпуск. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Мы над всем работаем. Можете предлагать свои идеи, мы все постараемся сделать. Подписывайтесь на наш канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Рад, что так получилось, то, что вот этот влог был без Мухаммад Джона. То в следующем влоге Муха сам будет его вести из своего города, из города Королёв. Поэтому ждите и следите за нашими историями в Инстаграме. Я тут оставлю ссылочку. Любите спорт, занимайтесь спортом. И все у вас будет хорошо. Всем пока. Сказать, я забываю всегда. Всего. А, я не слышал просто звук типа пам, типа съемки идет. Этот влог был без Мухаммад Джона. Без Мухаммад Джона. Чего куча? Мне надо что-нибудь другое придумать.
to the start.